сама идея такого проекта возникла еще в период, когда мы только начали переговоры с Европейским Союзом о возможности подписания соглашения о реадмиссии. По сути, реадмиссия — это взаимное обязательство договаривающихся сторон о передаче нерегулярных мигрантов друг другу в зависимости от того, где они были задержаны. Нерегулярная миграция для нас носит транзитный характер. Мы констатируем увеличение нерегулярной миграции через границу Республики Беларусь, в первую очередь в направлении стран Евросоюза, более чем на 30% в текущем году. It is important for the readmission agreement, because we want to create the conditions that irregular migrants can come back to the country of transition or origin under, let's say, the best conditions, in the sense of a good cooperation. Этот проект поможет привести в соответствие с международными стандартами, самыми лучшими практиками, особенно европейскими, существующее законодательство в сфере миграции, операционные процедуры, а также инфраструктуры. Одним из компонентов которого является как раз-таки создание инфраструктурных объектов или так называемых центров размещения нерегулярных мигрантов. This project is another very good example of the great cooperation between the European Union as donor, IOM as our main partner, the Ministry of Interior and naturally the State Border Committee.